Проектно-сметную документацию по строительству водовода жители улиц Амбулаторная и Читинская разработали еще весной прошлого года, причем за счет собственных средств. Тогда же они согласовали ее с байкальскими коммунальными сетями. И уже нынешним летом все работы по проведению водовода и благоустройству территории были закончены. Теперь вода есть у жителей более 100 домов. 44 дома у нас подключились к воде, подключаются. То есть вода будет в доме, то есть будет и благоустроенные ванны, и туалеты, и, как говорится, все благоустройство в доме будет. И еще мы хотим продолжить эту работу, потому что у нас еще остались квартальные улицы, которые не вошли в этот проект. Протяженность водовода превышает 1 километр. В нынешнем году городская программа развития отдаленных микрорайонов Улан-Удэ предусматривает строительство первого этапа водовода протяженностью 700 метров и установлены водоразборные колонки. На дополнительные средства жителей улиц Читинская и Амбулаторная проложили 360 метров второго этапа водовода. Мы здесь установили 5 пожарных гидрантов и 4 водоразборных колонки. 5 пожарных гидрантов – это безопасность пожарная. Здесь очень такой сложный район в этом отношении. И водоразборные колонки. Теперь жители имеют возможность получать чистую питьевую воду городскую, имеют возможность по согласованию с байкальскими коммунальными системами врезаться в эту сеть, то есть обеспечивать свои дома на нормальными бытовыми условиями. Для жителей это стало настоящим событием. Торжественное открытие водовода началось с небольшого праздничного концерта. Мария Колычева, Даниил Дурхисанов, новости дня.